Мы читаем 21 глава с 1 стиха. Шемот. Баруху эт Адонай ха-меворах. Баруха Адонай меворах леолам ваэд. Баруха Адонай ха-меворах леолам ваэд. Баруха та Адонай Элохейну мелех ха-олам, ашер бахар бану микол ха-амим, ונתן לנו את תורתו. Баруха та Адонай, нотен ха-тора ва-ха-бесора. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם אם בגפו יבוא בגפו יצא אם בעל אישה הוא ויצא אשתו אמו אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים או בנות האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו ואם אמור יאמר העבד אהבתי את אדוני את אשתי ואת בניי לא יצא חופשי והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. והמכור איש את ביתו לעמה, לא תצא כצאת עבדים. אם ראה ביני אדוניה אשר לא ידע והפדה לעם נוכרי לא ימשול למוהרה בבגדו פא ואם לבנו ידנה כמשפט חבנות יעשה לה אם אחרת ייקח לו שירה כסותה ויונתה לא יגרע ואם שלושלה לא יעשה לה ויצא חינם אין כסף מכה איש ומת מות יומת ואשר לא צדע והאלוהים אינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה והיזיד איש על רעהו להורגו בעורמה מאם מזבחי תיקחנו למות ומכה אביו ואמו מות יומת וגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת ומקלל אביו ואמו מות יומת והיריבון אנשים והיכה איש את רעהו באבן או באגרוף ולא ימות ונפל למשכב אם יקום והתהלך בחוץ על משמתו ונקע המכה רק שבטו ייתן ורפו ירפא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה והבשורה. אמן. לפני שאני אתן פירוש. Перед тем, как Леон даст толкование. אני רוצה לקרוא כמה פסוקים, ואני שוב רואה שאנשים יושבים בלי תנחים, אז מי צריך תנח? תרימו את היד. И те, у кого еще нету танаха с собой, пожалуйста, поднимите руку, вам сейчас выдадут. אז אני רוצה לקרוא ברוסית כמה פסוקים. Прочитаем на русском несколько стихов. ומתחילים פה על העניינים בין עבד
балабайт шело. И как раз первые стихи сам они начинаются о том, где речь идет о хозяеве и рабе. ובקושי זה актуально היום. И сегодня это практически не актуально. אבל עדיין זה טקסט מהתנ"ך, וטוב לנו לקרוא ולהבין רוח של התנ"ך. Но несмотря на это все равно стихи из Писания, и важно читать и понять вот этот вот духовный какой-то смысл. Вот законы, которые ты должен им дать. Если ты купил раба еврея, пусть он работает на тебя 6 лет, на 7 год, ты должен пустить его на свободу без выкупа. Если он пришел один, пусть один уходит один, а если пришел с женой, то вместе с ним пусть уйдет и жена. Если хозяин дал ему жену, и она родила детей, то жена и дети принадлежат хозяину. А раб пусть уходит один. Если раб скажет, я привязан к хозяину, к жене и детям не хочу на свободу, то пусть хозяин приведет его к Господу, пусть подведет его к двери или к дверному косяку, и там проколет ему ухо шилом. Тогда он сделается его рабом навсегда. Если один человек продал свою дочь в рабство другому, то она не может уйти от хозяина, так как ходят рабы мужчины. Если она не понравится хозяину, а он предназначил ее себе в жены, то пусть позволит ей выкупить. Он не вправе отвергнуть ее, продать ее чужим. Если он предназначил ее в жены сыну своему, пусть обращается с ней, как с дочерью. Если хозяин возьмет себе другую жену, то пусть сохранит за той прежнюю долю еды, одежды и места в доме. А если он не сохранит за ней этих трех вещей, то она может уйти от него без выкупа. Всякий, кто ударит человека так, что тот умрет, должен быть предан смерти. Если ударивший не замышлял убийство, то он может ведь найти убежище, а на сдачу вам место для этого. Но если он убил намеренно, то предайте его смерти, даже если будет искать защиты возле моего жертвенника. Окей, זה הפסוקים, קצת מסובך, קצת דומה לקודקס. И вот это вот те стихи, которые мы читаем, немножко может быть запутано, но с какой-то стороны это напоминает определенный кодекс. אבל לפני שאני רוצה לתת פירוש לפרשה שבוע הזאת, но перед тем, как я дам толкование, אני רוצה להסביר בכלל מושגים, כמה מושגים. Я хочу перед этим дать объяснение некоторым принципам Тора здесь. Тора имлия бе мицвот хуким ве мишпатим. То есть дать определение тем словам, например, что такое Тора, что такое мишпатим, то есть законы, что такое заповеди, мицвот. Мицвот хуким ве мишпатим. Ми юдей мазе мицвот. Кто знает, что такое заповеди, мицвот, что такое? כשאנחנו שומעים על מילה מצווה, מה זה? מה זאת אומרת? Когда мы слышим, например, слово заповедь, что это значит для нас? Что мы представляем? Окей, Иванки, אבל מה, איזה, מה, על מה מדובר? О чем здесь речь идет? כשכתובים מדברים מצוות תעשו, על מה מדובר? Когда мы читаем заповеди, мы соблюдайте. О чем идет речь здесь? Ну, תפילו את הראש, אתם קוראים את это... שאלה, кто קורא תנ"ך בבית? Кто дома из вас читает вообще? Бихляль, не курит анах бабайт. Читает кто-то. А тем курим, да сумит свод. А там написано, там, вот исполняйте заповеди. Мазу думали как. А? Добрые дела. Я фемио. Давай эти добрые дела. Мазы масим тувим. Ну, ма, мазы митцва. Что такое добрые дела? Какие добрые дела? Окей, они узерла хэм. Есть асерата диврот, нахон? Вот есть 10 заповедей, все помнят. Шаматим аль асерата диврот? Или кто-то, может, не слышал никогда 10 заповедей. Мило шама мазе асерата диврот. Кто не слышал, руку поднимите, не стесняйтесь. Тариму это яд ве тицу ми кейла. Асерата диврот. Маше элухим натан ле мейну. 10 заповедей это как раз те заповеди, которые Бог дал народу. Маше актуали ле кол амим. То, что актуально для каждого человека. Иде, есть лану урех ми арцота брит. Даг, даг. Вот у нас есть гость с Америки. Please. Даг. Ten commandments. It's okay for America or you have 12 commandments. 10 заповедей. Это хорошо для американцев. А филу ли Америка эсер асарата диброд зе до беседр гамур. Даже для Америки 10 заповедей. С этим все нормально у них. Ктувим и добрым милам и цвот ми дубар аль асара эле. И вот когда Писание нам говорит исполняйте заповеди, то речь идет именно о 10 вот этих заповедей. Зе машу глобали. Это что-то так глобальное. Машу маути казе. Что-то очень важное. Ше хаяв льет бифним бетох халев. Это должно быть внутри твоего сердца. Вело тамид анахну мы виним аколь. И может быть мы не до конца все это понимаем. שאלוהים אמר, כן, אנחנו צריכים לעשות אותם. Но из-за того, что Господь дал эти заповеди, мы должны их делать. ולא רק לעשות אותם.
И не только соблюдать, но чтобы у нас было желание, чтобы мы хотели это делать. Вы, если вспомните, то есть такая заповедь, когда Бог говорит, научай сына твоего и дочь твою. То есть даже дети наши, они должны понимать и знать, что вот эти вот заповеди, это что-то очень важное. Почему некоторые подростки идут, начинают пользоваться наркотиками? Почему есть преступность, проституция? Потому что вот эти вот самые основные принципы, они не зашли в наши головы. Авар, кшезе бифним. Но когда это находится внутри себя, то тогда человек относится ко всему с предосторожностью. Но даже в том случае, если у тебя нет возможности все это исполнять, но ты пробуешь и пробуешь. אם אתם רוצים, אני יודע כמה בדיחות גם, אני יכול לספר בדיחות במקום מצוות. Леон тоже знает несколько шуток, может тоже рассказать, вместо заповеди. אז מצווה זה מה שאנחנו צריכים לרצות לעשות, וזה צריך להיות שם, רצון חייב להיות בפנים. Вот заповедь это то, что мы должны желать делать, это должно быть в наших сердцах. וכתוב בירמיהו 31-31. И в Иеремии 31 главе, 31 стихе написано, то Бог говорит, я заключил с вами завет. Я дал вам Тору. Но он говорит, но вы не захотели, вы приступили к моей заповеди. Он говорит, и поэтому я заключаю с вами новый завет. И вот ту же самую Тору, которую я давал вам раньше, а те же самые заповеди, я хочу вложить во внутренность вашу, чтобы у вас было желание. וזה דווקא עם זה אנחנו מגיעים למה שדימה דיבר לפני שבוע. Вот со всем этим мы возвращаемся к тому, о чем я говорил на прошлой неделе. אנחנו זקוקים רוח הקודש. Мы нуждаемся в Святом Духе. וזה תפילה. Это молитва. Адон, тем ли рух ха-кодеш? Господь, дай мне духа. Шен яхон ласот мицватеха. Чтобы я мог исполнять твои заповеди. Тагиду амен. Скажите амен. Азе мицвот. Вот это заповедь. Что-то очень глобальное. Есть мила ахерет, хуким. Есть другое слово, законы. Ба масорет аягудит. В еврейской традиции. Хуким зе маше катув ба тора, ша нахну црехим ласот, ава ло досов мавиним маут, ма нахну црехим ласот, лама нахну црехим ласот. То есть это те законы, которые написаны в Писании, и мы их должны исполнять, но хотя, может быть, мы не до конца понимаем, почему мы должны исполнять. Аз ба еврейт корим алеем хуким. И вот на иврите называют их хуким. Тагиду, хуким. Хуким. Тагиду, хуким. Скажите, хуким. Хуким. Ме юде, яхол агид ли, хок казе ехад. Кто-то может сказать какой-то закон, о котором написано здесь в Писании. Кто-то вспоминает какой-то один закон, о котором написано, что может быть мы даже не понимаем, о чем речь идет. Мишу, иди. Окей, אני חושב שזה יוצא, אבל אם אתה חושב שזה חוק, זה גם בסדר מצד דין, לא באמת. בסדר הדיברות, זה גם יצא, גם פה. לא, אבל מה זה חוק? מה שאתה אמור לעשות, אבל אתה לא עד הסוף יודע, מבין את זה. תשים ציציות ב... יפה מאוד. מה זה הציציות האלה? вот כמו שגברית, например, ציצית. יש מיליון פירושים, למה אנחנו צריכים? Есть еще толкование, почему нам нужен вот этот вот цицит, но мы до конца не понимаем, что это. Шмор йом шаббат. Или, например, храни день субботний. Элохим амар. Бог сказал. Тасе это. Лама йом шаббат, вели йом шлиши. Почему субботу, а не вторник? Ки у амар, а та люму вина досов. Потому что так он сказал, может быть, мы до конца не понимаем это. זה גם מצווה, אבל זה גם חוק, כזה כאילו אתה, או לדוגמה, כשרות. Это также заповедь, также закон, или, например, כן, נכון, נכון, אתה צודק בזה. כשרות. אני כל כך אוהב את ה... איך נזכר את זה? креветки. креветки. זה אסור. למה? Так кому-то они очень нравятся, но Бог говорит, нельзя.
Ми охель по креветке. Кто есть руку поднимите. Ми охель по креветке. Вакаша. Сало еще волочи, да? Ми охель по хазир. Вакаша, ты стак любится. Ми охель по хазир. Свинина твоя. Анахно хара ясифа на фохата йом шаббат лебрит милаз. Хуким, זה דברים שאנחנו חייבים לעשות, אבל לא בדיוק מבינים מה זה, למה. То есть закон это то, что мы должны делать, но мы не до конца понимаем, почему. Потом шумим. Вы слышите, да? Юля Ава, это концепт של ברית מילה. Ма. Окей, לשון של פרה זה עדיין בגדר של הקשרות. נו, באמת, רפאל. משפטים. מה זה משפטים? Мишпатим, то есть суды, законы. Это параша шавуа. Это как раз то, что в недельной главе написано. Кодем коль, мила мишпатим, зелена хон лазбир кмо суды. И вот слово мишпатим, неправильно их перевести как суды. Ки, ми удеях ба ивритом рим мишпат. Кто знает как? Мишпат. Суд. Ло. Дин. Дин. Мишпат. כאילו סוד את הדין. אבל משפט זה לא בדיוק סוד. Но вот слово משפט, то что мы называем также закон, это не то, что не как сам суд. אני רוצה להסביר בקצרה. Я хочу попытаюсь объяснить разницу. אם אתם נכנסים למילים של תנ"ך ותורה, вот если мы обращаем внимание на слова, которые написаны. А сколько змана ухим шне милим бияха? Вот там всегда идет пара слов. Элухим милим хесет ве осе дин. То есть Бог иногда дает милость и производит суд. Осе хесет ве осе дин. Хесет, то есть это милость и суд. Иму осе рак дин эн хаим баулам. И то есть если он производит только суд, то тяжело вообще жить в этом мире. Афилу малахим хотим муло. Потому что даже ангелы согрешают против него. Аваль им хесет ведин, аз пахоту ютер беседы. Но когда мы видим, что вот у Бога вот эти вот две важные, два вот этих основных принципа, милость и суд, тогда все находится в балансе. Ве лебне адам ляф лефех, аваль ото давар, дин ве хесет. Но для человека то же самое. То есть суд и милость. Элухим хесет ве дин, ве бен адам дин ве хесет. Ле юдей лам, авал каха зе батанах. Для ангелов написано... Для людей. Ле, кше медубар ал элухим, катув хесет ве дин. Когда речь идет о Боге, то написано милость и суд, а когда речь идет о человеке, то написано суд и милость. Они люди лама, авал адай, чне дварима эле. Непонятно почему, но вот эти два всегда идут вместе. Зе мишпат. И вот эти вот оба вместе это как раз мишпат, то что мы называем законом или судом. Ютер тов лазбир правосудие. Вот. Или правление. Нигуль. А з мишпат зе ло бидюк дин. Зе машу миурбавим хесед. Поэтому мишпат, правосудие это не только суд. Это то, где присутствует также и милость. Ве кшатем курим это псуким ме перек 21. Вот когда мы читаем вот эти вот стихи из 21 главы. Вы мейсрим вештаем, вы мейсрим вешалош. И также в 22, 23, вот наша недельная глава. Аз анаху руим килу нигуль шелаам. И вот здесь мы видим, как Бог управляет всем народом. Ве он отен мишпатим. И вот он дает такие законы, правила. Ве ло кола мишпат у актуали ле эпоха зу ахерет. И может быть сегодня не каждый устав, он сегодня актуален. Аваль принципим עדיין актуальным. Но те принципы, которые в них вложены, они актуальны до сих пор. ופה כתוב, איך להתייחס כשמישהו גונב אצלך או שהתופס גונב. И здесь как раз речь идет о том, и нужно обращать на это внимание, как относиться к человеку, который что-то у тебя украл, и вдруг поймали его, что с ним делать? ואיך לעבוד עם שכיר. Как относиться с работником, с человеком, который у тебя работает? מה זאת אומרת מידה כנגד מידה? Что значит мера за меру? מסבירים כאן עניינים ממש עקרוניים שכל קהל, כל קהילה יכולה להיות ולמצוא אמת להיום, איך לעשות את זה. Здесь самые базисные принципы, которые относятся ко всем эпохам, и также к нам тоже говорят. ואם אנחנו משווים את הקטעים האלה לברית החדשה,
Если мы проводим параллель какую-то, сравниваем вот эти вот стихи с Новым Заветом. זה מאוד דומה למה ששליח יעקב אומר. То, может быть, это не совсем похоже на то, что апостол Яков говорит. Очень похоже. То есть очень похоже. Яков умер, а та умер, что та маамин. Яков говорит там, ты говоришь, что ты верующий. А за это гидра бла-бла-бла-бла-бла. То не говори это только словами, покажи это на делах. Тасе бамаасеха. Аз кулям яхулим лагид, а, баймет бен адам маамин. И вот тогда люди увидят и скажут, да, действительно, он верующий. Лама, анахну акшав халашим байдут шелану. Почему на сегодняшний день мы слабы в нашем свидетельстве? Киров хамаасим хатовим шел маамином айом замилим. Потому что большинство наших хороших и добрых дел это всего лишь наши слова. Авал барега ше бен адам маамин йоце ми бейт кигила. Но когда верующий человек, он выходит из собрания. Умамаш думели бы надам, что улег барыхов. Он вдруг становится простым таким же человеком, как и все, которые идут по улице. Велифней шаву адима лемедотану аль принципим шанахну митаблим кеталмидим. И вот неделю назад как раз я учил о том, как, какие принципы у нас есть, как у учеников. Вянахну цирхим руаха кодеш. И мы нуждаемся в Святом Духе. Бишви лаасот лисемет коле единим элю. Чтобы могли исполнять вот те принципы, о которых здесь говорится. ואז אנחנו באמת מביאים חיי משפט אלוהי ודוגמה לאחרים. И таким образом мы сможем привносить в эту жизнь вот те вот законы, суды, постановления, которые Бог дает нам. לדוגמה, יש מצווה לעזור לעני. Например, есть заповедь помогать нищим. אבל מה זה לעזור לעני? Но что значит помочь кому-то? כל הזמן להוציא כסף בשבילו, כך, 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 כך. Вот так вот все время вытаскивать и давать ему деньги. Об этом ли идет речь? מי חושב שזה נכון? Кто считает, что это правильно? Поднимите руку. הנה, בן אדם אני. האם אנחנו צריכים כל יום לתת לו ולתת לו ולתת לו? Вот ты видишь каждый день, вставая утром, идя на работу, видишь каждое утро, человек там сидит. И вот нужно ли ему каждый день давать? А за шигалон ие? Это сумасшествие. А ты видим, кама они имею? Вы знаете тогда, сколько будет таких нищих? Вы зеквар луани, зеквар ацлан. И это уже не нищий человек, это ленивый человек. Бенадам шилю руце кью квар тафас это эхласот. Потому что это человек тот, который он понял вот это вот принцип, он сидит на улице и специально собирает деньги. Тен лу пам ве памаем. Дай ему один раз, два раза. А валя харках та цуру, то вы тиламеду то. Но потом просто остановись и поговори с ним. Вы тазбирлу, эх, лёли йод бамакома зе. И объясни ему, как не быть на этом месте. Зе мишпатим. Вот это вот правосудие. Кшиата лё рак рахем, эль кшиата гамусе дин. Это не только когда ты просто милостивый, но это когда ты производишь правосудие. Это не только когда ты что-то дал и забыл об этом. Но это когда ты помогаешь, берешь человека и помогаешь ему и поднимаешь его. והמילים האלה, מה שכתוב כאן בשמות 21, 22, 23, כל כך חשובים. И вот эти вот слова, которые написаны во всех этих главах, они очень важны. איך להתייחס עם בני אנוש מסביב. Как нам обращаться с людьми, которые находятся Шип вокруг нас? Шипасов, ха, решимазут. И вот в конце всего этого списка. Элухим умер ле Моше, как это Аарон ве бена ве зикней. И Бог говорит, ты возьми Аарона и всех старейшин. Ве талю элай. Поднимитесь ко мне. Бонахтом хозе. Давайте заключим с вами договор. Договор с самим Богом. Хашуведзе. Значит, это важно. אני רוצה לסיים במילים פשוטות. Я хочу закончить простыми словами. יש הרבה מאמינים היום. Есть много верующих сегодня. שכשה מגיע למה לעשות, הם לא רוצים לעשות. Потому что когда речь доходит до того, что нужно что-то делать, они уже вдруг не могут ничего. הם רוצים רק להאמין. Они хотят только верить, но не хотят делать. להאמין абстрактно. Верить абстрактно. אתם איתי? Вы со мной? אני מאמין. Я верю. אני מאמין הכל יהיה טוב. Я верю, что все будет отлично. אותן לו ותשכח ממנו. Или вот дай ему, помоги, забудь о нем. לא נכון. Это неправильно. אתה צריך לרדת ולעזור לבני אדם. Должен где-то спуститься и помочь человеку. וללמד אותו.
и научить его, наставить его на путь. Есть боя блисов. Иначе потом будут проблемы продолжаться. Но если ты это делаешь, то Бог будет тебя использовать. Шелухим язор лану. Пусть Бог поможет. Анахну звугим баруха кодеш. Бо нам от Бога кодеш. Мы нуждаемся в духе. Давайте мы все встанем и помолимся. Авину Малкейну. Отец наш небесный. Туда аль мишпатим шата нотен лану ласот. Спасибо тебе за все законы, уставы, правила, которые ты даешь нам. Аваль тен лану руаха кодеш. Но дай нам духа твоего. Шанахну нухал ласот отам беймет. Чтобы мы могли действительно с открытым сердцем делать это. По твоей воле. Шанафоха лиот мишартим шелха, ло рак цуфим. Чтобы мы стали твоими служителями, а не просто наблюдателями. Шелухим азмин отану титхабру илай. И вот Бог приглашает и говорит, придите, присоединитесь ко мне. Ломер, рах тистаклю. Он не говорит, наблюдайте. Рах тахзику картиз бакис. Он говорит, просто не держите билетик в своих карманах. Тию хелек шутафим. Но будьте частью. Аба тазорану. Отец, помоги нам. Башем Ишуа Хамашия. Во имя Ишуа Мессии. Амен. Амен.